Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 января. Память преподобного Мины. Преподобный отец наш Мина подвязался в одной из общежительных обителей Синайской горы в VI веке по Рождеству Христовом. 50 лет исполнял он здесь различные иноческие послушания. В третий день после блаженной кончины сего подвижника вся братья собралась в храм, чтобы по уставу церковному совершить отпевание усопшего. Во время этого богослужения храм внезапно исполнился благовония, исходившего от того места, где лежал усопший. Когда по приказанию настоятеля гроб с останками почившего преподобного Мины был открыт, все присутствовавшие увидели, что по обеим его ногам двумя ручьями протекала благовонная мира. Тогда настоятель сказал братьям: «Смотрите, это выступил как бы пот от трудов, подъятых ногами почившего при жизни. Он исполнен благоухание во свидетельство того, что труды эти приняты Богом. Несите же и вы по чистой совести и с полным прилежанием возлагаемое на вас послушание, чтобы получить воздаяние за труды от Господа Бога и Спаса нашего». Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.